Наш приют «Сириус». Ему уже 20 лет. Вот сегодня как раз день рождения приюта «Сириус». У нас больше 3000 животных, это в основном собаки, и около 300 у нас котов. Мы располагаемся на 4 гектарах, у нас больше 1000 вольеров. Все наши животные в основном это либо потерянные, либо сбитые были, травмированные, те, которых пытались отравить. То есть, в общем-то, животные, которые с такими тяжелыми очень судьбами. Мы их принимаем, приводим в порядок, лечим, стерилизуем, прививаем и пытаемся их устраивать. По прошлому году, если смотреть, то у нас более 800 животных пристроенных в хорошие семьи. Это наша главная задача, то есть спасение животных и устройство их в хорошие семьи. Приют содержится в основном на благотворительные пожертвования. Приют нуждается во многом. Это и, как я говорила, финансирование у нас, конечно, очень сложно с этим. Это и корма, это ветпрепараты. Также мы очень надеемся, что люди будут приезжать за нашими замечательными животными. У нас они просто великолепные, очень красивые, очень обаятельные, очень добродушные. У нас в основном все социальные ребята, которые очень ориентированы на человека. Поэтому все они хотят домой, и мы не можем просто уделить им столько внимания, сколько они заслуживают. Поэтому если приедут люди, достойные люди, которые предложат им достойные условия, то мы с удовольствием им подарим такого знатного друга, и который будет достойным членом их семьи. Приезжайте к нам, мы всегда рады вас видеть. В субботу-воскресенье мы готовы вас принимать с распростертыми объятиями. Вот, нужна любая помощь, вы можете зайти на наш сайт dogcat.com.ua и посмотреть детально нужды приюта. Мы всем рады, любой помощи рады, так что приезжайте.